Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами Куликов Сергей, он же Моряк. Сегодня у нас 15 ноября, и это означает, что пришло время определить нашего победителя в конкурсе ВКонтакте. То есть того самого человека, который победит у нас и получит колоду Bicycle Stripper Deck. Короче, конусную колоду Bicycle. Ну что же, давайте определим нашего победителя. Для этого я, как обычно, значит, скопирую ссылку нашего конкурса. Вставлю, выбираю поделившиеся с друзьями, да, то есть это те, кто сделал репосты, и посмотрим, сколько же человек у нас участвует в этот раз. 911 человек принимает у нас участие в этот раз. Фух, ну что ж, желаю всем удачи и давайте нажмем выбрать победителя. И побеждает у нас Максим Колосов. Максим Колосов становится у нас обладателем колоды Bicycle. Только один небольшой нюанс. Сейчас мы проверим, состоит ли Максим в нашей группе. Так. Максим Колосов. Да, Максим состоит в нашей группе. Значит, Максим и становится нашим счастливым обладателем колоды Bicycle. Ну что ж, друзья, на этом все. Ждите следующего конкурса. Следующий конкурс у нас стартует где-то, наверное, в начале декабря. Ну, об этом я скажу. Вот. И мы также разыграем какую-нибудь прикольненькую колоду. Ну что ж, на этом все. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!